День российской печати отмечают 13 января в нашей стране. Это профессиональный праздник всех журналистов. Сегодня сотрудников краевых средств массовой информации чествовали в Барнаульском концертном зале «Сибирь». Губернатор Виктор Томенко вручил благодарственные письма заслуженным работникам этой сферы, а также наградил лауреатов и победителей конкурса на лучшие творческие публикации в прошедшем году. Глава региона поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников краевых СМИ. Хочу вам пожелать сохранять вот этот настрой профессиональный, энергичный, интерес к своему делу, внимание к своим читателям, зрителям, слушателям, быть такими же ответственными и постоянно находиться на острие событий. Также сегодня наградили победителей конкурса на лучшее освещение деятельности Алтайского краевого законодательного собрания. Председатель регионального парламента Александр Романенко вручил коллективу телеканала «Катунь-24» диплом за второе место в номинации «Лучшие средства массовой информации». А награду в номинации «Профессиональное мастерство» получил шеф-редактор нашего телеканала Глеб Полянский. Очень активная пресс-служба, она всегда с нами взаимодействует, это наши коллеги, партнеры. Все законодательные решения, которые принимает законодательный орган, краевой парламент, мы, естественно, освещаем, потому что они имеют важность для жителей всего Алтайского края, а мы краевой общество. Добавлю, в свой профессиональный праздник краевые награды получили 7 сотрудников телеканала «Катунь-24».